Так, давайте посмотрим еще один бой. На удивление я заметил, что опять попался против него. Это его предыдущий бой. Но я его не помню, к сожалению. Вот он у нас загрузился. Посмотрим, как он будет действовать. Я не успел заметить, видно было ли там, когда он на него посмотрел, третьего лица. Тут у него ствол не поднимается, он уже видит, поэтому смотрим на первой скорости. Танк отъезжает, видно дымы. В принципе. Вообще-то танк стоял вот здесь, но он попал в него. Повезло, допустим. Будем рассматривать только самые очевидные моменты. Он видел, что танк отъезжает, и угадал с упреждением. Здесь мы просто решили посмотреть на улицу. Уже более-менее нормально. Осмотрелись от третьего лица, хотя от третьего лица можно увидеть что-то в ближайших 500 метрах, а не залететь там. Нормально. Спишем на его безалаберность. Или он устал, допустим. Миноклем вообще он редко пользуется. Вот так, смотрим от третьего лица, все проверяем чисто. Я на это не буду жаловаться, это в принципе обычная манера многих игроков. Тут мы едем прямо на танк, ну, повезло. Повезло заметить, не повезло выстрелить первым. Реагировал, в принципе, нормально, когда увидел его, здесь валится. Смотрю здесь. Интересно, нет, я смотрел такой только один раз, поэтому пока что несложно сказать. Вот танк вроде бы начинает катиться направо, посмотрим, как он стоит. Полк Як-502. 302. Видно ли тут что-то? Очень сложно сказать, что-то видно. Какие-то пару пикселей с расстояния в метров 500. Прицел очень хорошо наведен. Нормально, в принципе, смотреть на ту улицу, по которой ты едешь вперед.
что вот он сейчас делает, не совсем понятно, куда он смотрел. И еще, к сожалению, не видно, куда он кинул артиллерию. Там что? Там, в принципе, не видел, чтобы на нее артиллерию кидать на него. То есть даже если мы возьмем за то, что вообще-то. Есть у меня такое предположение. Но в этом бою он не падает. Так, это там было видно, хотя, как обычно, едет игрок, там едет, осматривается, когда выезжает из-за угла, замечает танк, тогда наводит прицел. Мы выехали прямо смотря на него, ну, все бывает. Вот, сейчас будет интересный момент, ближайшие несколько десятков секунд. Так, этот танк мы вернули. Так, танк погиб. Посмотрели направо, но не на улицу, а как-то на дом. На половину улицы. Так, вот смотрим. Поехал танк. По-моему, не этот ник я перепутал. Посмотрим еще раз, кто там едет. Нет, он едет. Смотрите, насколько он далеко. Это он и едет. Только я не пойму, где он. Вот он относительно этого товарища. Что тут видно? Ничего тут не видно. Мы заранее навелись в эту щель и ждали его. Видите, танк выехал. Если бы он знал о нахождении здесь до гусеницы, во-первых, он бы не поехал, если бы у него были маркеры. Во-вторых, если бы он поехал, он бы... Товарищ увидел танк, прочувствовал момент. Немного подозрительно. Я думаю, что посмотрю еще пару ДТФ, чтобы определиться. Если его убивают, на самолете ничего интересного не показал.